Калашами сделаем против нее, блядь. Ну, свежий. Вон! Вон! Сейчас, есть враг, Вон она пустила, значит она пошла на разворот, у нас есть враг. С калашами сделаем против нее, блядь. Ну, блядь, закидай. Свежий. Вон! Вон! Сейчас, есть враг. Вон она пустила, значит она пошла на разворот. У нас есть враг. Как работают наши парни-водители. Вот что остается. Две машины заходило за пацанами. Это не пиар, это то, чтобы вы понимали,
зачем вы нам помогаете и за что мы здесь воюем. Парни не успели дойти. Это и есть так называемая зона СВО. Для нас это просто война за освобождение и против фашизма. Чтобы наши дети не видели этого больше. Хорошая была история. Веселая. Все. Вот оно. Все, что осталось. Здесь навесик был вот этот вот. Вот такой крупный навесик был. И вот он вход. Вот здесь стоял Starlink. Это мы уже вот это раскидали. Вот этой стеной полностью придавило. То мы ее расколотили. Вот он вход в нашу норку. Вот так вот. Здесь пацаны отдыхали. Сармат сел покушать, там он доширахи разложил. Вот такая херня. Тунгус успел заскочить вот сюда. А я только вышел, короче, и пошел к пацанам. Я успел только к ним заскочить и услыхал ее. Мы у них там засели. А тунгус здесь выползал полетать, поработать. Ну вот такая вот тема. Скорее всего, термобарчиком сюда залетела. Нихерово так вообще вскрыло. Кабеля все перебило, вот здесь, которые у нас туда шли, вон там на вынос. Здесь, которые кабеля шли, все перебило, короче. Электричество, ну, выноса все, короче, на радейку, на дроны. Вот так вот. Самая быстрая карьера Старлинка в истории Старлинков. Теперь он как детская погремушка.